смотрим на великую картину Тернера «Дождь, пар и скорость. Большая западная железная дорога», написанную в 1844 году. В то время, когда железная дорога стала важным элементом английского пейзажа. Да. И была еще совсем новым видом транспорта, связывающим города и людей. И изменившая не только пейзажи, но и само общество до неузнаваемости. Наверное, это самый мощный символ индустриализации. Тернеру удалось передать это ощущение скорости, с которой поезд мчится на нас дождь стучит по поезду и по мосту, по которому он к нам движется. Я почти вживую чувствую сырой воздух этого дня, слышу звук поезда. Вагоны были открытыми, так что люди действительно все это ощущали бы. Задумайтесь, какое значение имела скорость такого поезда? То есть, конечно, тогда, в 1844 году, поезда не двигались с той скоростью, с которой они ходят сейчас, но подумайте о том, с какой скоростью люди путешествовали на протяжении всех веков до этого момента. Люди либо ходили пешком, либо ехали верхом. А если сильно повезет, то на карете с несколькими лошадьми. Так было бы немного быстрее, но не намного. Совсем немного быстрее. Это значит, что можно было проехать 15 миль в час. А теперь впервые люди могут перемещаться на механическом транспорте. Я думаю, нам сложно осознать, насколько революционной была железная дорога. И как она должна была сказаться на пейзажах. То есть отчасти это просто ностальгия по утраченному, верно? Этот яростный, нескладный железный монстр ломится через пейзаж. И наверняка очень громко. В окружении сельских полей, посмотрите, Тернер показывает нам крестьянина здесь с правого края. Я думаю, если посмотреть на пейзажи того времени, мы увидели бы контраст между старой деревенской и новой промышленной Англией. Да, совершенно верно. Слева контраст, также на примере моста. Вдалеке мы видим старый каменный мост. А здесь справа мы видим современный индустриальный кирпичный мост, построенный для железной дороги. В этой картине много контрастов, также и в манере письма. Воздушные эффекты, которые ассоциируются с Тернером, такие золотистые, голубые, коричневые тона и наложение краски плотным слоем почти рельефно. Она наносилась шпателем, поэтому особенно плотная ближе к центру, центральной оси картины и ближе к правому верхнему углу. Картина настолько абстрактна, что в большей ее части невозможно разглядеть что-то конкретное. Как вы сказали, она воздушна. Она почти слишком воздушна. Три четверти картины это просто переходы цветов и оттенков неба, воздуха, дождя и того, как дождь в некотором смысле создает ощущение единства и растворяет все четкие формы вокруг. Не дает разглядеть никаких конкретных форм, да? Единственное, на самом деле, что можно разглядеть более или менее ясно, это черный металл трубы поезда. Верно, и это только труба. Весь остальной поезд тоже словно растворяется в красках. Это идея конфронтации между мощью человеческой промышленности и природой. Наверное, интереснее всего показано тем, как поезд мчится в сторону маленького зайца в правом нижнем углу, который, кажется, удирает со всех ног. Заяц, конечно, тоже символ скорости. Меня это наводит на мысль, что ощущение ярости передается нам гораздо яснее самого предмета, что главная тема здесь — текстуры и цвета, и пятна цвета, и растворение формы, и именно это передает идею дождя, атмосферы, скорости и звука. Будь она написана как-то иначе, это была бы совсем другая картина. Совершенно ясно, что эта картина об индустриализации, о новом мощном механизме, об этом поезде, но во многом эта картина также о самом процессе живописи. О том, как показать эти гораздо более сложные и гораздо более тонкие отношения между природой и человеком. За счет способности Тернера использовать оттенки и формы с той степенью абстракции, которая кажется невероятно смелой для XIX века. Действительно, эта картина во многих отношениях очень близка к абстракциям XX века.